Осталось 5 дней до нашего семинара в Котке, на котором мы будем рассматривать вопросы финансов, логистики, налогов, а также общую схему организации движения денег при внешнеэкономической деятельности. Те вопросы, которые интересовали вас очень давно, как перевести деньги за рубеж, как оплатить за товар, как конвертировать и как вообще вести свое дело так, чтобы за это вам ничего не было, мы как раз на этом семинаре и расскажем. Всего несколько моментов, на которые я хотел бы обратить внимание. Момент первый. Дмитрий приезжает в четверг. В четверг днем прилетает в аэропорт Хельсинки. Я его встречаю, и мы едем вместе с ним в Котку. Так что, если кто-то прилетает на самолете в четверг, в принципе, я могу вас забрать из аэропорта тоже. Вечером в четверг мы собираемся посидеть за столом. Поэтому, если кто-то из вас приедет раньше, то в четверг можно всем вместе затусить. В пятницу начало семинара в 14:00. Встречаемся в лобби отеля Road 66. И дальше переходим в коттедж, который находится в 20 метрах от гостиницы Road 66. Аудитория у нас в этом коттедже ограничена по размерам. Всего 15 человек там будут себя чувствовать комфортно. Поэтому, если вы еще не зарегистрировались, пожалуйста, зарегистрируйтесь быстрее. Хотя, с другой стороны, если останутся места в отеле, и если наш список, который есть на моем сайте, не превысит 15 человек, вы можете в любое время приехать, не предупреждая. Я думаю, что мы с удовольствием вас примем. Вы можете приехать не на 3 дня семинара, а на любой из этих дней. И в последний момент, во время семинара я буду делать видеозапись с 3 камер. К сожалению, не весь материал семинара будет выложен на моем канале YouTube. Понятно, что некоторые моменты о финансах внешнеэкономической деятельности лучше не делать общедоступными для масс. Но какую-то часть семинара я обязательно выложу. Я думаю, минут 30-45. Но кроме этого, если вы хотите что-то рассказать о своей компании, о своих успехах, достижениях, интересную информацию о себе, о своей деятельности, с удовольствием сниму небольшой фильм, небольшой ролик о вас. Соответственно, с небольшой рекламой вашей компании или вас как бизнесмена. Соответственно, организацию съемок, монтаж, интернет, продвижение – это все буду делать я для вас бесплатно. Ну и последнее, если вы приезжаете к нам на семинар, возьмите пару бутылочек чего-нибудь крепкого. Вечерами будем сидеть за круглым столом, почему нам не пригубить пару рюмок. Пока, ваш Алексей Емельичев.